Ну, в общем, начнем с того, что выручки в салоне очень сильно начали падать за последние 4 месяца. Мастеров стало очень мало. Давай зовешь Косточку. А клиентов очень мало. И вчера я узнала, что моя управляющая, которая занималась салоном в Майами, уже 4 месяца работает в другом салоне в Майами. Получая зарплату $4000 в моем салоне. Не знаю, я просто в шоке от того, как так, в принципе, можно поступать. У меня нет комментариев. У меня просто шок.